Меня зовут Юра, мы с супругой купили участок в поселке Сосновый Аромат. Мы приезжаем сюда с друзьями, здесь можно и погулять с детьми, и поиграть в футбол, и теннисная площадка есть. Добраться легко ли? Симферопольское шоссе – одна из самых пустых магистралей. Я отсюда за час добираюсь на работу в Москву. Когда мы купили участок в поселке Сосновый Аромат, я думал, что построю здесь баню и буду приезжать на выходных. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и мы построили дом. Я планирую в ближайшее время жить здесь постоянно. Здесь есть отличная возможность пригласить друзей. Нет проблем с тем, чтобы остаться на ночь, потому что есть место, дом, баня. Здесь есть инфраструктура, где можно пожарить шашлыки, отличные беседочки. Когда мы стали здесь жить, мне кажется, мы стали даже лучше высыпаться, потому что 7 часов спать в городе и 7 часов спать на свежем воздухе – это все-таки большая разница. Здесь рядом расположен святой источник, где есть даже купели, и после сложных выходных туда приятно с утра поехать, окунуться в холодную водичку. Ну и так природа, погода там отличная. И пожить на свежем воздухе – это и полезно, и приятно.